Всем доброе утро. Ну, не все, быстро тебе подскажу. Еду сейчас Антоху везу в школу. У них сегодня праздник осени. В общем, начинается пора праздника осени, потом праздники мам, а потом новогодние елки. Доброе утро. Привет. Бабушка уже вяжет с утра. Но я сейчас Антоху отвезу, все узнаю и тоже буду вязать. Давай, я не знаю, там видно, школьный автобус стоит и ждет, представляете? Эту историю, когда он уехал. Вот теперь он стоит и ждет по времени, даже если он приехал раньше. Вот это мне кажется правильным. И мы едем на машине сегодня, потому что не знаем, когда он тоже праздник, или в начале, или после уроков. Ну, сейчас с утра все скажет. Да, и вот сейчас вот только автобус отъезжает. Поэтому все уже хорошо. У нас сегодня всю ночь шел дождь. Но сейчас, слава богу, нету. Но всю ночь мы слушали дождь. И вчера это в обед или вечером ливень был. Да, и вчера был ливень, это точно. И сегодня небо все тучами затянуто. Ну, это же осень. Тоже хорошо. Но достаточно тепло. Вот сейчас 13 градусов, но в куртке очень даже комфортно. Да. Не балуйся. Все, пока. Так, все, я до Антохи. На праздник осени, вот он сейчас будет в 10 часов 10 минут. Все, Гришу, я поехала. Угу. Слушайте, ну никогда в жизни. Я всю жизнь живу в Мышастовке, и вот столько фур, вот таких вот больших, я не видела. Я не знаю, у нас какой-то объезд, походу, с одной трассы на другую, ну потому что их столько много. Купались и загорали. Вот мы и встретились опять, а вас просто и не узнать. Осенний праздник, можно еще назвать праздник урожая, да, так как мы видим, что у нас пришли еще и фрукты, и овощи. И сегодня мы встретимся тоже с самой осенью. Понимаете, что это?
Дождь идет. Все, мы уже дома, обедаем. Сегодня тоже опять супер быстрый обед. Это пшеничная кашка. И рыбку всякую купила. И скумбрию, и сардины, и еще какую-то третью. Но ее еще короче, не открыли. Это одно и то же просто. Да. И мне рыбу. Разные прожарки. Так, что еще? Хлеб, компотик я вчера варила и салатик. Гришка уже поел, он не хочет. Я не ел. А что ты тогда не хочешь? А почему ты не ел? Что ты врешь? Я не ел. Я ходил там долго. Все, легла. Сейчас пойду еще умоюсь, почищу зубы. И спать. Хочу спать. Сегодня прям целый вечер спешила, пока не стемнеет. Пересаживала цветы. В общем, хочется мне уже новый телефон. Кстати, я не знаю, что мне. Либо покупать объектив на камеру, либо покупать новый телефон. На телефоне снимать удобнее, он всегда практически со мной. Вот. И камеру не носите, то есть некоторые люди даже не понимают, что ты снимаешь или что ты делаешь, когда ты с телефоном. То есть им вообще пофигу. Ну, то есть с телефоном, по-моему, сейчас все в руках ходят, вот. С фотоаппаратом это понятно, что ты снимаешь. Но хочется красивой фотографии. Хотя сейчас смотрю, эти все айфоны яблочные, у них достаточно красивые фотографии. В общем, вот. А мой телефон, получается, сегодня подключаю к компьютеру, не могу скинуть с него файлы, видео. То есть память заполнена, и я не могу скинуть. И поэтому ничего не снимала. Память была забита. И все, сейчас покажу, как... Все цветы практически на месте. Единственное, эти тещины языки выросли. Вот они куда встали, эти тещины языки. И теперь будут пока вот там. Вот не знаю, что с ними будет. И мне кажется, что их дети прикончат. Так что на сегодня, в общем-то, все. Мы ложимся спать. Всем спокойной ночи. Пока! Видео догоняю. Завтра 25-е. 24-е, 25-е буду уже монтировать. И... В общем, я в теме.